Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня у нас видеообзор на баунти. Да, на самое обыкновенное баунти. Вот такое вот маленькое, купленное на вес. Бывают большие, они ничем не отличаются. Все одинаково вкусные, просто в разных упаковках. Была она по акции за 40 с чем-то рублей. Значит, за килограмм будет 400. Вот, напишите в комментариях, все ли любят баунти. Мне это интересно. И давайте ее с вами посмотрим. Такая вот она обычненькая, маленькая, с кокосом. Из нашего с вами детства, еще, наверное, 90-х годов, когда они только появились. Мы с вами так сильно их хотели. Мечтали, что съедим целый килограмм их. Ну, не знаю, по крайней мере, я сладкоежка. Так, нам понадобится тарелочка. Так, кстати, тут состав, по-моему, где-то. Ах, нет. Здесь какой-то, короче, непонятный. Ну, видимо, она по всей стране, да? Казахстан, я вижу, еще какой-то. А вот Россия и что-то еще. Ну да, может быть, наверное, здесь состав, не знаю какой. Ставьте лайки, кто в детстве мечтал съесть много-много-много баунти. Кто о нем мечтал целыми мешками, чтобы сидеть перед телевизором и есть. Так, ну, выглядит она, кстати, очень красивая, обыкновенно. Здесь написано баунти с пальмочками. Так, разрежем. Тут он чуть-чуть покрошился у меня. Так, ну, обычный белый. Как и всегда, много-много кокосовой стружки. Посмотрите, ее прям очень много. Просто прям очень-очень. Не чуть-чуть там начинки, как бывает в основном, да, во всех конфетах. А ее прям очень много. И давайте попробуем. Очень вкусно. Очень вкусно. Райское наслаждение, действительно. Она не приторно сладкая, она нормальная, хорошая, очень много кокосовой стружки. Мягкая, нежная, она обалденная. Знаете, эти конфеты я могу съесть, наверное, килограммами. Наверное, очень много килограмм, но она обалденно вкусная. Бывают бесподобные конфеты, вот баунти прям обалденная. Как я уже говорила, она с нами давно, с 90-х годов уже, наверное, баунти уже больше 20 лет наверняка. И очень классно, что они до сих пор существуют. Не знаю, вкус поменялся или нет. Кто помнит из детства, напишите в комментариях. Мне кажется, он точно такой же, как был, такой и остался очень вкусным. Офигенно. Ставьте лайки. Я стараюсь для вас. Пишите комментарии, свои отзывы, нравится вам баунти или нет. Если не нравится, то чем не нравится, напишите. В каких странах вы видели продажу баунти? Есть ли он в вашем городе? Пишите. Вот, свои отзывы напишите обязательно. Также обязательно подписывайтесь. На нашем канале есть много всего интересного. Есть влоги, есть обзоры на технику, на продукты, на другие конфеты. Болталки есть, где я вместе с вами болтаю, что-то рассказываю в своей жизни. И с вами был канал Artmania. Всем пока-пока!